Всем привет, друзья, с вами Влад. Сегодня я вам расскажу, как пройти пасхалку на карте 9, в результате которой вы получаете 5-й бесплатный перк. Погнали! Для начала нам нужно поставить гранаты под названием «Призрачный огонь» в арсенале. После чего открываем всю карту до башни Одина. Затем бежим ко входу башни Одина и забираем шлем. Это первая деталь. Следующая деталь находится у входа в храм. Это кружка. Забираем ее. И последняя деталь – это меч. Он находится в склепах на стеллажах. Также забираем его. После этого бежим в башню Одина и устанавливаем данные детали. Для начала наводим на голову скелета и одеваем на него шлем. Дальше даем ему в руки меч и кружку ставим под пасть дракона. Теперь бежим в башню Зевса, где и пригодятся нам данные гранаты. Становимся как я, наводимся гранатой, и нам нужно попасть в лодку гранатой. После броска идем смотреть на лодку. Если она пылает в синем огне, то значит вы сделали все правильно. Теперь ждем 7 раундов. После того, как вы отстояли 7 раундов, появится характерный звук боеприпасов. Бежим к лодке. Рядом с ней появился бонус в виде викинга. Забираем его. И после этого видим, что справа от наших очков появился перк. Все, пасхалка выполнена. Надеюсь, вам помог данный гайд. Ну а всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ведь здесь будет много гайдов. Всем удачи, всем пока.